Комитет по строительству и антимонопольная служба судятся из-за объездной дороги в Колпино. Районные чиновники уверяют, что причин для беспокойства нет. Все построят и сдадут в срок. Объездную вокруг Колпино подрядчики строят в несколько этапов. Первый завершили в конце прошлого года. Теперь строителям предстоит продолжить оборонную улицу, возвести путепровод через железнодорожные пути и пробить дорогу до лагерного шоссе. На это выделено почти 4 миллиарда рублей. Но проведенным недавно конкурсом заинтересовались в антимонопольной службе. В ходе проведения конкурсных процедур последовала жалоба одного из участников конкурсных процедур компании «Возрождение» в УФАС на результаты проведения конкурсных процедур. Но вместе с тем государственный контракт заключен. ФАС отменила итоги конкурса, но дирекция по транспортному строительству через суд отменила решение ФАС. Районные власти уверяют, ни текущие, ни дальнейшие суды не повлияют на ход работ. Комитет по строительству планирует продолжить решать споры с антимонополистами в суде, если последние будут настаивать на разрыве контракта. Работы по продлению оборонной улицы должны начаться, как только подрядчик получит все необходимые документы и разрешения от госорганов.